Оригинальный венок на дверь или роскошная напольная композиция? А может, скромный букет из еловых веток? Чем бы вы ни решили украсить свою квартиру, первым делом выберите материал. Флористы рекомендуют отдать предпочтение пихте или сизой ели. Они не осыпаются, долго не теряют декоративный вид, хвоя более пышная, а аромат пихты самый сильный. Далее определяемся с формой. Венками можно оформить дверь, также веночек можно использовать как рождественскую композицию, поставить ее на стол, вовнутрь поставить фонарь со свечами, просто композицию из разных свечей разного размера. А также можно сделать гирлянды из пихты, нобилис, это вот как раз таки сизая ель. Также можно сделать композицию на стол рождественскую, естественно, из елки, с использованием игрушек, можно даже с использованием живых цветов, разных ягод или ксарибины, если кто-то сделал запасы с лета. Дополнят композицию перья, шишки, засушенные дольки мандарина или апельсина и хлопок. По поводу каркасов, которые используются, например, там, для венка, кто-то делает на основе картона, но, на мой взгляд, это достаточно опасно. То есть, если попадает вода, то венок может развалиться. Мы используем в основу ветки, плетем из них обычный веночек и уже обклеиваем с помощью горячего пистолета пихтой и различными хвойниками. Ветки используем березовые, потому что они наиболее, береза повисла именно, она очень гнущаяся, поддающаяся и так далее. А в композициях можно использовать флористическую пену, иначе ее называют оазис. Она напитывается водой, в принципе, вы все время поливаете ее, и хвоя вообще очень долго себя комфортно чувствует, и живые цветы, соответственно. Еще один вариант – собрать в одной вазе ветки разных хвойных деревьев, добавить к ним ягоды и елочные игрушки. Такая композиция станет отличным украшением новогоднего стола.